Вот, жара. Ларгус, по-моему, сгорел. Вот где-то под кулу залетела она. У меня окно открытое было, мне кажется, брови подпалились. В Перми, а это значит в рубрике у наших западных соседей, на трассе, именуемой восточным обходом прикамской столицы, в 5 часу пополудни приключился ДТП, дорожно-транспортный пожар, в рамках которого дотла до остова до скелета выгорел отечественный подорожник «Лада Ларгус». По словам очевидцев, знакомых с географией Перми и ее восточного обхода в частности, пламенный замес случился на участке обхода между двумя дорожными развязками – на микрорайон Садовый и на отдаленный микрорайон Новые Ляды, являющийся неотъемлемой частью Свердловского района Перми. Декорация замеса такова. Ларгус катился по восточному обходу, вероятно, по правому ряду, и по какой-то причине напоролся на кормушку попутного бортового грузовика, похожего на КамАЗ, но это не важно. Непонятно, то ли грузовик стоял в правом ряду, то ли медленно плелся, но, судя по всему, пилот Ларгуса его почему-то не заметил при тусклом свете январского дня, примерно за полчаса до захода солнца, ткнулся носом в зад длинномера, отскочил на середину дороги и вспыхнул. Как сказано в официальной сводке пермского ГУ МЧС, по оперативной информации есть пострадавшие. Кто именно пострадал, не уточняется, но можно прикинуть, что точно не пилот грузовика. Ясно, что люди при таком мощном огневом ударе могли покалечиться только в Ларгусе. Зато пермские огнеборцы сообщают такую конкретику. Сигнал о воспалении болида на трассе им поступил около 5 часов дня. На утушку бросили 6 бойцов на одной красной автоцистерне. В 5:47 пополудни авто аутодафе было локализовано, а еще через минуту красный петух стал главным персонажем фильма «Ликвидация».